сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Многие меня просят постоянно, чтобы я рассказал, как научить собаку тем или иным видам трюков. Ну, давайте, сегодня мы с вами научимся выполнять такой трюк, как команда «Умри». То есть собачка по звуковой команде «Умри», по жестикуляции руки, она падает на бок и показывает, что как будто бы она умерла. Как этого добиться? Добиться этого очень просто. Вы можете добиться этого в зависимости от индивидуальных особенностей вашей собачки за несколько упражнений. Ваша задача, значит, как бы простимулировать собачку на зоовитальную мотивацию, на пищевую подкормку, если она таковой не является. И вот этой пищевой мотивацией как бы простимулировать это движение. Самое главное, не ошибайтесь. То есть сначала подкормка заносите вот так сбоку. Даете собачку, собачке, говорите, умри, умри, то есть умри. После чего, ну, моя собачка знает уже, я просто вам показываю. После чего, вот так вот давите, не даете собачке, говорите, умри, умри, умри. Собачка ложится в этом положении, даете ей еду. То есть делается все это буквально, ну, мой кобель научился делать команду «Умри» за два, буквально три дня. Акбар, умри. Молодец, хорошо. Умри. То есть сначала вы добиваетесь того, что собачка кладется. Главное, что сбоку вот так именно заносите. Встань. Главное, вот так вот сбоку, чтобы у нее морда была вывернута. Потом именно с подкормкой заталкиваете ее, просто толкаете собачку и даете подкормку в конце. При этом говорите «умри». После того, как она у вас уже падает, уже умирает, вы добавляете жестикуляции рукой. После того, как она у вас узнает жестикуляцию руки, вы можете просто убрать голосовую команду, и она по жесту руки у вас будет падать. Ну? Хорошо. То есть и всегда заканчивайте на правильно выполненном упражнении. Не закрепляйте у собаки неправильно выполненные упражнения. С вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и все у вас получится. И самое главное здесь вот вывернуть вам голову вот таким вот образом.